Губернатор Приморского края передал вооружение и снаряжение участникам специальной военной операции. Первая партия новых винтовок предназначена для подразделения 5-й армии. Были заявки у вас на необходимость снайперских винтовок. Поэтому мы подготовили вам первая партия 20 штук, которые прошли подготовку. То есть это с оптическим прицелом. Винтовка уже с дульным тормозом. Это с тепловизионным прицелом. 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде также передали квадрокоптеры, различное спецоборудование и снаряжение, оружейные принадлежности, теплые вещи, газовые печи. Это вот вкратце то, что передается вам в списках того имущества, которое мы передаем. Теплые сапоги, такие ботинки, печи, спальные мешки, обмундирование, значит, одежда, специальные очки, оружейная смазка, это пакеты, значит, кровоостанавливающие. Вот, то есть очень эффективно себя показали. Передаем герани вам, то есть ребята, они знают, как ими пользоваться. Напомним, губернатор края Олег Кожемяка регулярно посещает приморцев, принимающих участие в специальной операции. Каждый раз глава региона передает нашим военнослужащим специальное оборудование, снаряжение, инструменты, дополнительную экипировку и предметы быта для обустройства в полевых условиях. Закупка и формирование таких грузов осуществляется за счет средств правительства Приморского края, а также коммерческих благотворительных организаций и пожертвований граждан. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Новости. 8.